Одно важное нововведение начало действовать уже в этом году. Все водительские удостоверения, срок действия которых истекает в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023 года, автоматически продляются еще на 3 года. Это значит, что водителям с истекающим сроком прав можно их пока не менять. Штрафовать обладателей таких документов не будут. Все изменения уже отражены в базе ГИБДД, поэтому инспекторы увидят, что права продолжают действовать. Но если водитель планирует выезжать за границу и там управлять автомобилем, права все же придется обновить.